Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про племя Вадома. Это африканское племя людей с двумя пальцами на ногах. Это племя известно тем, что некоторые члены племени страдают болезнью, и у них на ногах отсутствуют три средних пальца, а крайние два повернуты внутрь, вследствие чего их называют двухпалыми. Их огромные ноги с двумя пальцами – результат одной мутации в хромосоме номер 7. Однако в племени таких людей не считают полноценными. И причина часто встречающейся этой болезни – изоляция и запрет на вступление в брак за пределами племени. Они селятся подальше от внешнего мира, глубоко скрываясь от посторонних глаз. Ведут почти первобытный образ жизни, занимаются разведением скота и сами обеспечивают себя всем необходимым. Дети у них часто рождаются с обычными пятипалыми ногами, так и бывают двухпалые, но внутри самого племени к ним нет никакого предубеждения. Также хотелось отметить, что необычное строение ног абсолютно не мешает им ходить. Более того, с помощью своих клешневидных ступней они имеют возможность отлично взбираться по стволам деревьев. И можно сказать, что народ Вадома – это яркий пример генетических последствий жизни людей, которые изолированы от внешнего мира.